Как вы знаете, у Ромалери все прохождения по ходу плавно переходят в празднование десятилетия какой-то выхода какой-то игры в одиннадцатилетие выхода какой-то игры. Да, всем привет, у микрофона Ромалери, и да, это прохождение God of War в честь юбилея, десятилетнего юбилея выхода первой части игры серии God of War. И, соответственно, все, как видим, не так быстро идет, как хотелось бы. Ну, жизненно, ничего не скажешь. У меня тут бесконечная сейчас магия или нет? Да, отлично. Помню, что я ее вроде хотел сделать у Медузы и все-таки сделал. Отлично. Сейчас буду потихоньку вспоминать, что как надо делать. Так что не обижайтесь. К тому же я так давно не брал в руки джойстик от PS3. Почти всегда сейчас играю на PS4. И вроде как надо что-то говорить же, да, когда прохождение, или особо не важно это. Ладно, а если серьезно, то... О, мы как... Я прошел самые нудные части, неинтересные. И касцены нельзя же скипать. Короче, перерыв огромный, и, блин, сейчас что-то слушки же пошли про новую часть. Я уже, кажется, ее обсуждал в какой-то из частей этого прохождения про все эти слухи. Ну, блин, я думаю, что сейчас уже даже можно спокойно утверждать, что скоро это будут не слухи. То есть, как бы, пока официально никаких подтверждений нет, и не думаю, что они будут сделаны в ближайшее время, но где-нибудь... В середине следующего года вполне. Ну, кстати, так если подумать, то God of War 3 можно считать одной из первых таких ласточек того, что скоро нас ждет что-то новое по God of War. Ну, то есть... Пересдать третью часть просто так, конечно, можно было, но без намека на продолжение тоже вряд ли. Понимаете, третья часть была сделана в свое время, чтобы мы особо не это... не заморачивались с покупкой PlayStation 2, там же было вначале раскрыто все, что было в первых двух частях. И мы могли вообще не напрягаться с этим. Ну вот... То же самое можно в каком-то смысле сказать в отношении ремастера третьей части. Так что... Все не так уж просто. Так. Ага, работает. Ну давай. Нет? Не хочешь залезть? Твою налево. С мечом Артемида можно, конечно, будет больше приколов делать. С клинками я не так умею хорошо глюки делать. Ну, блин, Кратос, разочаровываешь. А, окей, это умный лифт. Я почему думал, что я в западне. It's a trap. Ищи такое. Ну, он, собственно, и ищет, собственно... Я делаю по старинке, потому что, честно говоря, я не помню. Wrong, 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 wrong. Офигеть. Да у тебя вроде же другой путь есть, если я правильно помню. Ну ничего, короче, сейчас разберемся. Она, в принципе, не упадет, насколько я знаю, независимо от времени. О, здоровье. Независимо от того, сколько мы будем тут мараться со всеми. Я прокачу здоровье, Оракул, не надо. Ничего говорить, и, блин. Когда же все-таки объявят, интересно, новую часть, и что это будет? Честно говоря, я очень-очень устал немножко даже от всего, что происходит с God of War за последнее время. Не потому, что игра каждый год выходит, вот, слава богу, этих проблем пока, по крайней мере, не грозит игре.
Блин, как ты там оказалась изначально? Черт. Столько проблем из-за этого. Фух. Черт. Собственно, вся проблема вот в этом, блин, моменте. Все, поехали. Да ничего не keeping me, блин. Окей, окей, сейчас таймер все равно запустится, не переживай. Фух, да помню я, ребят. Ну, это... Ничего страшного, давайте. Угу, спасибо. Так, здесь хорошо, быстро прошли. Так, и... Оп. Ух! А вот это было рисково уже. Вот такой я рисковый парень, быстро я разобрался. Честно говоря, на удивление быстро. Обычно все не так успешно. Какой дорогой CGI в свое время, наверное, был. Or is it Athens you have come to save? No, I can't. We must not stop. And when the oracle looked into his soul, ух, какой плохой Кратос увидел оракул. As well as a man. Ну, окей. Once a captain in the Spartan army, Kratos had begun his command with only 50 soldiers. But soon his His tactics were brutal, but effective. Okay. Drunk with power, he was feared by all, except one. His wife was the only one to brave his fury. How much is enough, Kratos? When will it end? When the glorious Sparta. The glorious Sparta. Конечно, glorious Sparta. You did this for yourself. His desire for conquest knew no bounds. But that which he desired would ultimately consume him. Трагический это персонаж изначально. Choose your enemies wisely, Kratos. Your brute strength alone will not be enough to destroy Ares. Okay, okay. Only one item in the world will allow you to defeat a god. Pandora's box, which lies far beyond the walls of Athens, hidden by the gods across the desert to the east. Mm-hmm, mm-hmm, no. But be warned, Kratos. Many have gone in search of Pandora's box. None has returned. Okay, okay, Oracle. Boom, boom. Сильный момент нас ждет впереди. Я быстренько сохранюсь. Ну и быстро сюда пройдемся. Я, честно говоря, думаю, вы и так все знаете, что здесь как. О мой бог, я и забыл, какая здесь все это сделано так высоко, далеко. Зато здесь есть вот это.
камера. Ну и погнали обратно. Собственно, хоть мы и получаем огромный дэмэдж, мы получаем огромное количество красных сфер, как и до этого. Костюм-то я не менял. Так, ну и в принципе... А, здесь нельзя? Серьезно? Я почему-то думал, здесь тоже можно. Ну окей. Спустимся по старинке. Еще одно перо. Я, честно говоря, не вижу смысла со всеми сражаться, простите. Чё-то я устал от сражений. Я про... Жалуй... Я, пожалуй, не буду участвовать. Хотя... Тогда так веселее. Так, по крайней мере, я редко делал в своем прохождении, так что... И лучников я никогда почти не превращал в камень, так что это будет не скучно на самом деле. А, ладно, пофиг на вас уже. Собственно, особого смысла вообще что-либо делать дополнительно я не вижу. Здесь, кажется, секрет, да? Да. Окей. Блин, очень простая камерная атмосфера. На самом деле, я на удивление сейчас вообще не хочу ни о чем с вами говорить. Хотя, мы же обсуждаем все. Кто-нибудь вообще Xbox One покупал себе? Я вот не представляю, ради чего сейчас покупать Xbox One. Ну вот серьезно. Серьезно, вот вышла Rise of the Tomb Raider. Мать твою. Ща, иди сюда. Вот вышел Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, новый. Новая игра. По Ларочке любимой. И я, честно, не вижу особого смысла в том, чтобы ради нее брать... собственно, Xbox One. Ну вот серьезно, у меня... Да я...